Как долго мы ждали момента. Долгие 16 лет были мы с вами лишены радости общения с одним из великих наших соотечественников, гением мировой музыкальной культуры. 12 лет назад газета «Известия» писала 15 марта. Президиум Верховного Совета СССР постановил на основании статьи 7 закона СССР о гражданстве за действия, порочащие звание гражданина Советского Союза, лишить гражданства Ростроповича и Вишневского. Гуманный шаг артистов, предоставивших хлеб и кров гонимому другу Александру Исаевичу Солженицыну, был расценен правительством Советского Союза в 1978 году как посягательство на основы общественного строя, стал шагом с политическими последствиями. Действительно долго ждали. И свершилось. Впервые за всю историю существования Советского Союза, без специальных просьб и обращений со стороны лишенных гражданства, государство признало свою неправоту перед личностью и отменило указ многолетней давности. Долго ждали. Да полно ждали ли, надеялись ли, могли ли предположить такое? Конечно, нет. Могли вспоминать, могли рассказывать детям, но и представить не могли. Не надеялись на возвращение и Ростропович с Вишневской. Времена меняются. Русским музыкантам Мстиславу Ростроповичу и Галине Вишневской возвращено гражданство и все почетные звания и награды нашей страны. Но как вернуть годы, проведенные вне Родины? Как возместить ущерб, нанесенный оскорблением душе художника? Как восполнить утраты, понесенные за прошедшие годы? В нашей стране выросло новое поколение музыкантов, знакомых с Ростроповичем только по записям и рассказам старших. Как возместить народу 16 лет отсутствия русского артиста на родине? Я скажу честно, что Ростропович музыкант для меня неотделим от Ростроповича человека. Я здесь знаком со многими людьми, которые знали его, были его друзьями. И я много слышал об этом человеке. И я, конечно же, слышал записи его игры. И я скажу честно, этот человек для меня... Ну, то, что называют словом «кумир». И я не говорю в узкомузыкальном смысле, а именно в человеческом. Понимаете, создалось какое-то... Даже не только потому, что у нас сейчас о нем пишут, хотя это тоже очень важно, но и потому, что мне рассказывали, создалось у меня какое-то представление вот о его характере, о его личности. Мало гениальный музыкант. Это гениальный музыкант. И больше объяснений не требуется. Это удивительный, теплый, отдающий всего себя человек с могучими музыкальными идеями и большой решимостью. Это музыкальный гений. Он блестяще составляет программы и всегда знает, что хорошо для оркестра и для публики. И самое главное, он настоящий друг. Мы переговорили с Ростроповичем по телефону, когда он был в Стокгольме. Я услышал его точку зрения на возвращение сюда. Он сказал, что он не будет унижаться, не будет никого просить. Сказал, что уверен в том, что как только он умрет, это дословно, двери Родины откроются для меня и для Гали. Я изложил это в своей просьбе Президиуму Верховного Совета. И президиум счел возможным, без всякой просьбы со стороны Ростроповича и Вишневской, отменить указ 1978 года о лишении гражданства. Вот все.
Казалось бы, что так просто. Да, очень просто. Очень просто, но вместе с тем техника, так сказать, она уже откладывается рубцами на сердце и с этой, и с той стороны. Потому что, конечно, потребовалось и убеждение, и время на то, когда было определенное молчание, ожидание, как случится это. Мы часто переговаривали с Ростроповичем по телефону, и как только это случилось, я пришел в кабинет и сразу же позвонил в Вашингтон и поздравил его и Галю. А скажите мне, пожалуйста, вот почему именно Ростропович? Вопрос существенный. Если бы я сейчас поставил проблему в целом о всей эмиграции, я вам гарантирую, что ничего бы к этому моменту не было решено. Поэтому лучше постепенность. А тут была прекрасная оказия, гастроли Вашингтонского национального оркестра. Тут была невозможность как-то осознать, что приедет Ростропович с американским гражданством, как враг народа, и будет дирижировать американским национальным оркестром. Вот эта несовместимость какой-то, бессовестность этого, она дала возможность, так сказать, Парову сразу же это сделать.